Сырки организуем шашлыки, а то мы каждый раз держим, когда обещали, Кирилл. Все, вот я сейчас приеду. Сейчас посмотрим. Примешь карабин. Найтик раздевается. Ко мне девушка. Ну все, овцы, кирдык вам. Ну вот, я в следующий раз возьму это, что у меня действительно пасет, да. Мэлли, и возьму его за выплачку. Просто просила веточки. Нет, я просто приезжаю, потому что там уже у нас малярия на руках тянется, поэтому я собираюсь вывесить, что товарищи, собака травмирующая. Лэмпе. Овцу, как бы хозяин овцу выкупает. Нет, он же лайки же, они вообще, они... Ну да, то есть те же австралийцы, которые на защиту, он возьмет ногу, если он формулирует, да, он ногу сломает и не задумает. Так, иди сюда ко мне, куда лично, они... Забор очень хорошо пытается. Она же там рада. Китай, китай, аккуратнее. Пра. Нет, так она команда. Башку продерешься. Так, Китюндар! Я балдю от них. Ух, вау! Вот это! А чётко, да, да? Это круто! Вот это делает! Я много лет дрессирую, но собака это собака. Я ничего не тоже чищу. Нет, я говорю, как плохо. Вот мне Я уже забыла, с какой стороны подходить. Ко мне! Полочь, ко мне! Я 7 лет отъездила. Я боюсь. Я не знаю, в кого она так. Лай. Лай. Наверное. Ну, у нас выбора нет. Какие выборы? Или идешь, понимаешь, судовую не пройти. А еще придирки судовую, судовую рядом. Они идут, ой, вот мне тебе булочки, вот это. И, короче, идет с пакетами, и такая толпа лошадей.